вопрос, что планируется заседание, вопрос стоит по тех сетях, которые были проведены небюджетные средства, поставлены ли на учет. Согласно полученной информации от председателя КМЗ Юлии Владимировны Макаровой, на сегодняшний день все объекты, которые были построены и сделаны, переданы в кабинет благоустройства, управление дорожного хозяйства, одну спортивную школу постановлением, это у нас спортивная школа «Олимпик» передан, а также вот этот вопрос, уличное освещение, сквера, дорожный двор пока находится на стадии разногласия, на стадии согласования. Поэтому, если сказать вкратце, все сети, которые были построены, они переданы в имущественный комплекс или кабинет благоустройства, или управление дорожного хозяйства. У меня все, если есть вопросы, готовы ответить. Спасибо за внимание. Вопрос вчера? Нет. А 26.02.2024 года, а 3.04.2024 года, а 19.10.2023 года. Это когда задавали в прошлом году вопрос перед Новым годом, такой же аналогичный вопрос, после этого и работали. Столбы 50 лет ВЛКСМ является самарского производства, это пересвет. Вот. У меня есть официальный ответ от них о том, что они говорят, что крашеные столбы с производства они вообще не выпускают. Но куда были поставлены вот именно эти столбы крашеные? Естественно, покрасил Ленинград, тысячи, как я говорю. Сейчас эти столбы все облезли, представляют собой неудовлетворение. Здесь вопрос, почему я говорю в прокуратуре, мы раз мы написали о том, что в отделе управления архитектуры есть человек, который составляет сметы, это жила жена господина Троилова. Господин Троилов является стройконтролем. То есть как так один человек является родственной связью, удобной позиции, например, для положенного главы, да, например, и для интересов подрядчика подписывает, например, столбы, которые в природе не существуют, а ее муж, являясь с ним родственным отношением, подписывает эти акты и принимает. В результате через год мы получаем облезлые осветительные опоры. Я вас прошу... Давайте я, наверное, поясню. Ну, по поводу того, что вы сказали, кто-то составляет сметы, кто-то их проверяет, мы проведем проверку, и служебную проверку, и также направим, наверное, на прокуратуру для уже принятия какого-то решения. Вот. А по поводу гарантийных работ, это не только по столбам, а я давал на этой неделе поручение, чтобы мне все работы, которые в рамках национальных проектов, в рамках проектов, которые выделили денежные средства в области за счет города, предоставили всю информацию. И все претензионные работы после осмотра комиссионного будем проводить.